Телеканал «Перший міський» продовжує свою роботу. Вітаю вас. Мене звати Руслан Дроздов. І найближчі 22 хвилини будемо говорити про важливе. В нашій студії Дмитро Вічик, керівник громадської організації «Антидискримінаційна конфедерація». Вітаю вас. Вітаю. Давайте поговоримо з вами про, з одної сторони, дуже тяжке запитання, бо багато років ми від цього сторонилися. Влада не хотіла говорити про доступність наших міст, селищ і наших дорог, нашого середовища для людей з тимчасовим обмеженням, з тимчасовими вадами, з інвалідністю. Але ми розуміємо, що людей, які зараз вже повертаються з фронту з пораненнями і навіть тимчасово вони пересуваються по нашому місту з величезними труднощами, величезна кількість. А як тільки закінчиться війна, хлопці повернуться, і комусь треба буде їздити на візках, комусь треба бути готовим для того, щоб перейти дорогу просто, або зайти до магазинів, зайти до театру, вийти просто з дому. А наші міста українські, на жаль, поки що не відповідають тій реальності, до якої ми з вами йдемо. Тож, оцей досвід військових людей, з яким ви спілкуєтеся і розумієте, що наші міста не такі, як їм потрібно, і ці питання задаються кожного дня. Ви цим питанням опікуєтесь, ви знаєте все це, і скажіть, будь ласка, наскільки все погано, наскільки наші міста взагалі-то доступні для хлопців, які повинні жити нормальним життям? Спасибо большое, что поднимаете эту тему, это очень важно. Насколько доступно? Доступность – это такая категория, что она либо есть, либо ее нет. Тут не бывает процентности или еще что-то. То есть если у нас в Одессе доступности нет. Я занимаюсь этим вопросом с 2014 года, тоже это плавно перешло от помощи военным. Понятно, помогая военным, ты видишь, что люди получают ранения, и понятно, что кто-то должен заниматься проблемами их выживания, нормальной жизни в мирных городах, в том числе. И поэтому мне стало удивительно, что этой темы особо люди не обращают на это внимания. Я в то время плотно сотрудничал с организациями инвалидными, которые есть уже в Одессе, с людьми с инвалидностью. Я думал, что они будут как люди, которые в первую очередь страдают от ситуации, они будут как локомотивом этой проблемы, и немножко финансирования, немножко внимания со стороны прессы, и вопрос отодвинется. К тому же война уже шла с 2014 года, и было понятно мне, во всяком случае, многим другим, что будет эскалация, будет все ухудшаться и увеличиваться количество раненых. И мы обращались, мы делали несколько проектов. Но, к сожалению, раскачать общество, я считаю, общество в первую очередь это те люди, которые могут помочь в этой проблеме, не получилось. Всегда есть какие-то проблемы на первом плане. То выборы, то пандемия, то еще что-то. И это все То грошей нема. Да. Хотя вы понимаете, люди должны понимать, что вопрос доступности касается не только людей с инвалидностью. Люди с инвалидностью просто острее всего испытывают эти проблемы. Вопрос доступности касается малой мобильной группы населения. А это абсолютно все люди, которые там полные люди, это просто пенсионеры, летние люди, это родители с коляском, с младенцем, папа или мама, неважно. То есть любой человек, которому сложно в данный момент пользоваться ступеньками и так далее, это маломобильная группа населения. И они достойны, чтобы город был для них удобен. У нас этого нет, то есть у нас в этом такой глубокий совок. И вот сейчас тенденция отказаться от всего московского, российского, от связи имперских, советских. Вот это первое, от чего нужно отказываться. От вот этого глубокого совка в вопросе отношения города, общества. Возьмем сейчас самую острую категорию. Теперь не просто люди с инвалидностью, это военные с инвалидностью. Потому что они защищают каждого из нас. Да. И мы каждый обязан им. Тут не просто вопрос, моя тема, не моя тема. Да, хочу, не а хочу, я вот сетки далее, плету, да. А это меня не интересует. Нет. То есть они защищают каждого из нас, и каждый из нас должен чувствовать свою ответственность перед ними. И если они, защищая Украину, вернутся в СССР по отношению к раненым, это будет катастрофа. Считайте, что мы проиграли. Ну так.
Якщо ми не змінимо себе, свій менталітет, конечно, і ставлення до таких людей. Опыт Второй мировой, его можно как бы изучить, он, mm-hmm. он есть, и это людей вывозили, собирали на какие-то острова, в какие-то там богадельни и так далее, с глаз долой. Ну, я не думаю, що в Україні це можливо. Ну, ця тема завжди була не дуже такою, для, особливо для чиновників, дуже приємною. Да? На цьому не заробиш грошей, виборців не так багато серед інвалідів, ну і так далі, і так далі. Ви ж знаєте, да, чиновники завжди, вони рахують так, а що я з цього буду мати? Перспективи які? Або ця, там, ці люди за мене проголосують, або ці люди будуть зі мною поруч, або це буде добра картинка. Ну, і що робити? Да? Ну, тож навіщо? Ми там днями спілкувалися в нашому ефірі з урбаністами, які теж казали, що дуже там, багато людей не розуміють, що таке урбанізм, і що місто повинно бути зручним абсолютно для всіх. Від маленької дитинки, яка поки на візку гуляє, мама її катає, до людини там за 90 років, бо вона повинна вийти з дому, їй повинно бути зручно вийти, дійти до аптеки, дійти до там, лікарні. А зараз хлопець, який повернувся з фронту, він виходить з свого дому. Ну, гаразд, якщо є ліфт, і він може виїхати з дому. А далі як? Бордюри, доріжки не приспособлені, доріжок нема, якщо є доріжка там або стоїть автівка, яка припаркована, ну і так далі, і так далі. Це величезна купа питань. Але все ж таки треба з чогось починати. От ви кажете, треба починати з того, що змінити свій менталітет. В першу чергу, да. Що далі? В першу чергу, я вважаю, що кожен з нас може піднімати ці питання, починати піднімати на своїх страницях в соцсетях, які я веду. Зараз люди дуже активні. Да. Тобто просто смотри вокруг себе і показуй, що в місті, де ти живеш, доступності немає. І обращайся до руководства свого району, свого там... города, села и так далее. Это может делать каждый. Это труда не занимает. Второе, что нужно, потому что если люди будут поднимать эту тему, рано или поздно не только вот такие каналы, как вы, это выйдет на центральные каналы, потому что вы сами видите, на центральных каналах это не поднимается. Да. Если кто-то говорит о людях с инвалидностью, о военных, они говорят о киборгах, которые получили помощь не в Украине, как правило, и прячутся за этим количеством людей, якобы вот мы такие героические, что абсолютно верно, но какое имеют к этому отношение чиновники? То есть вы закупаете снаряды, у вас получается это хорошо делать, ну так договаривайтесь по поводу ампутации, по поводу протезирования и так далее. Потому что я сейчас, мой близкий человек потерял ногу, и я занимаюсь непосредственно вопросом, то есть будем ставить его на нормальный протез, потому что молодой парень, чтобы он нормально жил. Слава Богу, у него не сильная ампутация, не высокая, у него ниже колена. Это в наше время это отделаться легким испугом называется. Потому что ранения страшные. Вот. И вот он попал в госпиталь, уже практически год шла вторая фаза вот этой вот интенсивной войны. Он не знает, что ему делать. То есть, как минимум, даже в той же ДИИ может быть алгоритм. Да. Людей, потому что это может случиться с каждым. Абсолютно. И с гражданскими, и с военными. Да. То есть он должен понимать, если вдруг такая ситуация, алгоритм 10. До кого же, звернутися, же, що зробити? Так, когда да. человек пропал без вести, или там, если информация, что он попал в плен, есть алгоритм 10. Что делать? То есть... То есть проблемы сталкиваются тысячи, и каждый идет своим путем, как в первый раз. Это абсолютно неверно. Государство должно реагировать на такие вот шикарные инициативы, как в Ивано-Франковске добились, что во время ранения МСЭК и ВЛК приходят к раненому, пока он лежит в госпитале. Человек выходит из госпиталя, у него все бумажки на руках. Да. А не так, что после ранения они еще ходят, побегать, потом да. собирают, и так отношения. И опять же, доступности нет не только в городах. Доступности нет, начиная с лечебных заведений. Так. Вот, в этом проблема. А чиновникам я хочу как бы намекнуть, что на этой теме можно и заработать, потому что в любом случае обустройство доступности – это строительство. Да. Большое, небольшое, но в любом случае это затраты. Они любят зарабатывать, они могут зарабатывать, лишь бы это было. Потому что ну, ситуация просто из ряда вон. И я хочу также обратиться к военным, потому что сегодня на них, только на них надежда, что они бескомпромиссно будут ставить этот вопрос все-таки за себя, за своих побратимов, потому что на инвалидные организации
и на местные власти надежды нет, потому что да. Они могли этим заниматься и ранее. Они этим не занимались, они не будут этим. Ну, вони займались поодиноко. Хтось один говорив, там казав, і до нас приходили хлопці на військах, приїжджали і казали, є проблема, але ми одні. І цей голос однієї людини там у пустелі абсолютно, воно не чутно. Ми проводили моніторинги вместе з чиновниками, які відповідають за ці питання. І от ми там, допустимо, пішли від Екатеринської площади наверх туди по Екатеринській і заходили в кожне заведення, ресторан, перевіряли його на доступність, доступності нету. І, значить, людям говоримо: "Окей, поки ви там зробите щось, ну хоча б винесіть кнопку, щоб ваш персонал мог по звонку выйти и помочь человеку зайти, посетить ваше помещение". И ну, все же друг друга знают, мы все живем в Одессе. Как бы. И потом рассказывали, что за нашей спиной эти же чиновники говорят, просто какой-то муляж сделайте, чтобы они уже отстали от нас. Проблема в том, что была раньше. Я думаю, опять же, сейчас этой войной все изменится. Люди с инвалидностью, они не их клиенты, как называется. Да. Как вы говорили, это не наш выбор, немного. Угу. Точно так же это не их клиенты. Они люди бедные, они в рестораны не ходят. Их как бы удел это аптека, дай бог, и все. Вот. Хочешь же, есть, замовь себе. Опять же, я хочу, очень часто говорят, это все очень сложно сделать, потом исторический центр и так далее. Но они сумели как-то пооткрывать рестораны в исторических зданиях, что в принципе нельзя. Ну так. То есть, ну можно же сделать и доступность в этих ресторанах, если он уже открыт. И хочу привести пример, что, допустим, Макдональдс, он где бы ни открывался, в каком бы здании он ни открывался, он находит возможность делать доступный. Да. Все Макдональдсы доступны везде. То есть, я к тому веду, что это все-таки вопрос нежелания, чем вопрос... То есть, это дополнительные расходы просто, вот и все. Ну, звісно. Которых можно избежать. Поэтому... Ну, про це треба думати, про це треба піклуватися просто і розуміти. У нас на самом деле с 2010 года, с момента ратификации Украины конвенции, у нас не может быть построено ни один объект без урахування потреб людей с инвалидностью. Так. Но при этом, при всем, тот же Кадоры, те же новые, не только Кадоры, любые другие. То есть, опять же, вопрос уменьшения затратной части. И все. Если должен быть тротуар 1.5 метра, они это делают там 50 сантиметров, потому что им надо увеличить внутреннюю часть там, двора, чтобы красиво было. Ну, вот так вот. Поэтому, опять же, самое главное – это розголос. Второе, чтобы военные все-таки поднимали эту тему, потому что военных сегодня никто не игнорирует. И если военные начнут об этом серьезно говорить… Ну, мы разумеем, как військовые, які повернутся, как они будут вирішувати. Я очень надеюсь. Да, на потому что на самом деле, я вам скажу, я с большим уважением отношусь к нашим защитникам, но, во-первых, на сегодня они не поднимают эту тему, хотя это касается их, и это касается их побратимов. Во-вторых, вот, допустим, есть случай, сейчас лежит человек в госпитале, в военном, ему просто с его части не дают справку о том, что у него боевая травма. До сих пор, он уже несколько месяцев лежит. Но он же с кем-то служил, у него же есть мобильный телефон, уже наверняка обращается, но всем не до него. То есть у нас тоже такой момент есть. И очень будет обидно, если это будет как после 2014 года, что военные, как бы, у нас просто, я знаю, были случаи, когда цивильные занимались доказательством того, что, допустим, покойный погиб от очереди пулеметной, а записано, что его током ударило. И это не его сослуживцы делают и побратимы, хотя это у кого-то на глазах произошло. А из-за этого родители не получат там ни выплаты, ничего, а занимаются этим цивильным. Вот этого не должно быть. И военные все-таки должны как бы и там героизм проявлять, спасибо им большое, и как бы здесь тоже не бросать все эти темы, потому что если не они, я еще раз говорю, это никогда ничего не изменится. Ну, звісно. Сегодня только военные ветераны могут поменять к этому отношение. Я уверен, что если, допустим, кто-то из таких медийных личностей, которые имеют отношение к Азову, допустим, там тот же Белецкий или там есть там еще там не менее известные люди, подымут эту тему на какие-то центральные каналы, это будет огонь, и оно пойдет. Ну, пока об этом говорю, ну я об этом и говорю, поэтому, что может быть где-то что-то как-то оно подымется дальше. Ну я уверен, что когда військові повернутся, ну они же не будут вирішувати все это дуже так повільно. Вони звикли, що все повинно вирішувати швидко, як вирішується на фронті. Якщо треба, то треба. Якщо є команда, то вона там повинна виконуватися. І якщо ці військові повернуться і побачать, що
там, ми не готові, місто не готово, чиновники не хочуть цим займатися. Вони будуть це вирішувати дуже швидко. І це буде і агресивно з їх сторони, і правильно з їх сторони. Бо ми повинні розуміти, що ці хлопці зараз, і дівчата в тому числі, вони боронять нашу країну, а ми інколи нічого не робимо задля того, щоб потім інтегрувати їх і повернути їх на нормальне життя. Да, ми там допомагаємо зараз грошима, хтось волонтерить, хтось там копійкою допомагає, але вони повернуться потім, і вони хочуть піти у кав'ярню, вони захочуть піти у магазин, вони захочуть поїхати в аптеку або у лікарню. А зробити це вони не зможуть, бо місто не готове. Ну, якщо там місто ще якось трошечки, то у нас величезна кількість малесеньких якихось там сіл, громад, в яких просто асфальту нема на дорозі. І як вони будуть по цій дорозі їздити, незрозуміло. І я пам'ятаю, в мене був дідусь, який повернувся з фронту, з Другої світової війни, і задля того, щоб він якось пересувався, йому... Зараз ми подаруємо вам автівку. Йому подарували якийсь запорожець, який стояв, він не працював. Він працював тільки тоді, коли приїхав чиновник, подарував ось. І це знімали по всіх телеканалах, це було дуже показово. Дивіться, ми обрали якогось там інваліда. І до дідуся приїздили інші інваліди подивитися на цю автівку. О, як тобі повезло. А він каже, а що мені повезло? Вона стоїть, вона не працює. І всі скаржилися на те, що так було. Я боюся, щоб так не було. Зараз воно так є. Я вам приведу примір. Когда-то нам вийшло, тільки-тільки стартувала ця програма «Общественный бюджет». І ми виграли конкурс, моя, моя команда. Да. І ми поставили автоматичні підйомники в районі ЖД вокзалу. Тобто, так як денег на всі переходи не вистачило, ми зробили таку конфігурацію цих підйомників, що там можна від вокзалу оказатися. Вони зараз стоять, але не працюють. Вони стоять все время. Їх спочатку не включали, щоб на них не катались, потім там десь должен був ключ, хтось должен був приходити, включати, виключати. В конце концов, вони стоят, не работают. А я, насколько я знаю, по последней информации, они были закреплены за горэлектротранспортом. И как бы вот и все. Там потрачено там вроде 5 миллионов максимально было. Деньги потрачены, стоят очень хорошие подъемники, то есть это среди подъемников это Мерседесы, грубо говоря. Есть человек во Львове, Назар Галай, который их ставил, который готов там обслуживать, если нужно и так далее. Ну вот, и когда мы установили эти подъемники, несмотря на то, что в Одессе десятки организаций инвалидных, никто даже от себя не написал, что вот такая ситуация появилась в Одессе, что вы можете приехать на вокзал. Там же, понимаете, в чем дело? На ЖД вокзале у нас нет вообще никакого другого альтернативного способа перейти там дорогу, кроме подземных переходов, которые недоступны. Абсолютно так. И вот как бы можно просто каким-то решением заставить все-таки, чтобы там эти подъемники, которые уже стоят, чтобы они работали, и они не работают. Так что это как ваш пример с этой машиной, которую вы подарили. Ну, да. В то же время мэрия, допустим, закупая там первый или там оборудует первый низкопольный трамвай, об этом все СМИ абсолютно показывают, эти люди должны понимать. Сейчас, в 21 веке, если городские власти покупают какой-то бэушный транспорт, он не может быть не низкопольный, потому что просто таких машин других не делают для общественного транспорта. Уже многие года, тут нету никакого перемоги никакой-то, как то кажут. Но нужно понимать, в низкопольном транспорте нет никакого смысла, если у тебя остановки не в стандарте. Ну так. Все. То есть он может быть 10 раз этот хороший автобус, но если остановка не в стандарте, то толку от него не будет. Поэтому в первую очередь я увижу, что действительно начались какие-то изменения в городе, когда начнут в первую очередь переделать остановочные комплексы. Потому что с транспортом у нас более-менее уже нормально за счет того, что закупки идут из импортного транспорта, он уже низкопольный. Вот, и так вот, может быть, потихоньку мы куда-то пройдем. Но, опять же, потихоньку это тоже такое не совсем правильное, потому что... У нас нема часу. Да, у нас все, у нас люди, мало того, что с 14 года получают ранения и ампутации, то с 24 февраля это просто, ну, у нас вот это вот огненный вал, который использует тактику РФовцы, это просто такой плотный огонь артиллерии. И люди получают травму, очень тяжелые ампутации, и
кому посчастить, да, тот станет на протезы, будет более-менее мобильный, а кто нет, тот будет на костылях, тот будет на висках. На висках, да. И это очень большая проблема. А мы с вами говорили до эфира, что найкращий способ зрозуміти, что наше місто не готово, це взяти якогось чиновника, мера, я не знаю, профільного чиновника, посадити на цей візок на один день. Да на одну годину. Хай він проїдеться від того ж залізничного вокзалу, ось він приїхав, до мерії, хай проїдеться по Пушкінській, по Рішельєвській, хай заїде в якусь крамничку, хай заїде в якусь кав'ярню, хай просто до свого кабінету заїде, спробує заїхати у мерію, яка не пристосована задля того, щоб туди хтось заїхав. І от як тільки він почне через один квартал голосно ругатися, лаятися, бо він зрозуміє, що він не може пересуватися по місту, може він зрозуміє, що воно щось не так. Допоки він ходить на своїх ногах і їздить на мерседесі на якомусь, або на іншій автівці, і все зручно, і вона під'їжджає прямо до його будинку, він не розуміє, що щось не так. Ну, пусть ходит на своих двух ногах всю свою жизнь, мы такого не желаем, но нет ответственности, им все равно, да, они понимают, что нет доступности, но как бы им без разницы, потому что, понимаете, если у нас, допустим, Верховная Рада Украины, не очень хорошо с этим обстоят дела, там есть какой-то черный ход, но там до зала заседания самостоятельно не доберешься, о чем тут говорить. Тот же президент, он вообще не понимает, о чем речь. Я видел, когда, помните, момент был, когда они хотели переехать из локации, где они сейчас находятся, они там обсуждали возможность... До иншего офиса. Да, до иншего офиса. И уже там был проект. И вот он показывал этот проект и говорит, там лестница такая большая, и он говорит на камеру, только не хватает тут кое-чего. Такие, чего не хватает? Он показывает две полоски, вот эти вот советские направляющие, куда якобы это... То есть он считает, что это доступность. То есть он не понимает, о чем он говорит. А у нас еще большая проблема в том, то есть ему нужно, чтобы кто-то объяснил. У нас еще большая проблема в том, что у нас традиционно вопросами доступности занимаются жены президентов. Была Марина Порошенко, сейчас Лена Зеленская. Вот. И поэтому, когда кто-то, почему организации, тем более вот сейчас даже военные организации, ребята, которые там ветераны или еще, они вновь сформированы, они вроде как хотят продвигать эту тему, но они хотят ни с кем не ругаться. А почему? Да. Потому что как только они поднимают вопрос жестко, им сразу идет упрек, что они типа нападают на жену президента, а значит на президента воюющей Крыды, ну и все. Не треба зараз, то есть час. Проблема сильно заполитизирована, и это тоже абсолютно неправильно. То есть это обычный хозяйственный вопрос. Создать доступность, тем более сейчас, когда люди, ну все, в мое окружение каждый день что-то где-то кому-то помогает, и вы прекрасно это понимаете, и на дроны, и на это, и все надо постоянно. Если нашему бизнесу сказать, пожалуйста, от своего магазина 5 метров сюда, 5 метров сюда, скамейка, обов'язково, пандус и так далее, да, это как бы не их прямая обязанность, они все арендаторы, они говорят, мы к этому не имеем отношения, но тем не менее, надо помочь нашим военным, которые пришли в отпуск, или уволились уже с армии, с инвалидностью, люди сделают. Но это кто-то должен дать команду контролировать. А, звісно, як я казав, тяжка тема, але треба не мовчати, треба говорити про це. Тож дякую за те, що прийшли, дякую за те, що ви робите. Я сподіваюся, ми будемо з вами зустрічатися і будемо про це говорити, і будемо допомагати, і змінювати наше місто, і зробимо так, щоб чиновники почули нас. Вже сьогодні наше відео з'явиться у всіх соцмережах. Тож приєднуйтесь до нас і дякую, що були з нами. Дмитро Вічик, керівник громадської організації «Антидискримінаційна конфедерація». Щиро, спасибо, що подумаєте цю важливу тему. Дякую і вам. Залишайтеся з нами. І ви залишайтеся, будь ласка, з нами. Перший міський продовжує свою роботу. Попереду найцікавіше. З вами був Руслан Дроздов. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.